Ну, кто за нами? Давай, ну. Опа! На дерево! На дерево! Прыжок! Полиция за нами, обрати внимание, они должны нас догнать. Давай! Яндекс.Такси, не садитесь в такую машину. Сел уже? Ой-ой-ой-ой-ой! Всем привет, ребята! Это канал Горюшин и Груши, и сегодня мы играем в GTA 5. И по вашей просьбе мы нашли Октавию РС. Да еще и такси, да еще да. Мы на ней работаем. Только что после... Почему? Это разве РС? РС-ка. Сейчас ты увидишь по сиденьям, если я тебе покажу там. А, 72-й регион. Смотрите, какие диски огромные. Так. Как что обычно найти? Ну где? Только такси. РС! А, ну, теперь да. Вот кто из нас спросил, я уже забыл там. У нас был Rapid, а теперь Octavia. У нас была Octavia в универсале, а в седане еще не было. Ну, это не седан, это у нас лифтбэк, по-моему. Поехали, ребята. Она и так быстро и тихо уже побили. Да, мы как просто с цепочечкой, да, смотрите. Уже. Если не в крутом наряде. Ты уже, да, в рэперском сегодня. Я богат. Цепь из строительного магазина, ребята, прикиньте, Игорь как загнул. Поехали, ребята, все, давайте. Здесь у нас очень много сейчас. Вы хоть знаете, за сколько я купил эту Октавию? Она дорогая. Так, ребята, мы приближаемся, естественно, к кастомсу. Я буду тратить свои денежки, которые я заработал. Сильно прокачивать не будем. Бронь точно надо поставить, да? Ну, занизить, может быть, там. Короче, она и так быстрая. А, ну так ее красить нельзя. Красить мы ее не будем. Она должна быть в таксишном. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот теперь мы отремонтируем. Интересно, сколько стоит ремонтировать Октавию? Есть машины очень дорогие. Да, знаешь, за сколько я купил ее? За 2,5 миллиона рублей. Точнее, долларов. Поехали. 10 она долларов. 200. Ремонт был. Броня, тормоза. Где он? Двигатель. Можно немножко улучшить, да? Да. Так, ребята. Окраска. Нет, подвеска. Вот, можно... Смотри. Вот, чуть-чуть так занизить, наверное, получится. Вообще чуть-чуть, она и так низкая. Да. Все, ребята, прокачка сделана. О, еще смотри, с плавником наверху получилось. Яндекс.Такси. Яндекс.Такси, да, поехали, ребята. В Америке. В Америке тебе тут не Яндекс.Такси, это русская Америка. Так, ну что, нас уже ждут полиция. Мы, в принципе, не угоняли, машина наша, но поскольку мы тут скорость превышали, пока сюда ехали, они уже выехали, погнали. Давай мы их подождем, они, как всегда, еле едут. Да, на шаг. Слышишь уже? Вот, да. Все, уже несутся уже. Еще поэтому... и вертолет, у нас 5 звезд, ребята. Вы думаете, что такого крутого рэпера никогда не догонит? Я богач. Такого рэпера всегда догонит. Я еще и богач. Так, что вы мне сделаете? Ну давайте. Тормозни. О, все, смотри, уже крышка багажника повело. Что они мне сделают? Я подумал, отремонтирую легко. Так, ребята, у нас разбиты окна. Да паритесь. Багажник зачем открыл? Поехали, ребята. Быстрее, едем. Зачем я вышел? Да, зачем ты вышел? Я что-то не понял. Ладно, я погнал. Ну что, давайте, недотёплый. Давай. Вот этого сейчас сшибай. Ну что вы недотёплый? Догнать меня не можете. Вообще, серьезно, жесть просто. Смотри, здесь где-то прыжок у нас должен быть. Сейчас ребята... Вот, здесь был. Нам в другую сторону, ребята, надо объехать. Да, ребята, вот они. Там наш любимый прыжок-то. Да. Где зеленая такая, этот, трамплинчик. Поехали, ребята. Уходи сюда налево, так. Ох, стекла-то уже нету, ребята. Стекла-то уже нету. Едем на Октавии от полиции. Нужно срочно скрыться. Очень быстро. Так. Сейчас тут будет прыжок. Ребят. Вот сюда, вот. Октавия РС стоп, а полиция кот. Вот. Вот он наш трамплинчик, вот он наш. Давай. Хватит ли разгона Октавии РС? Что же будет с нами? Не уедем мы в лес? Вот, нормально. Не улетим ли мы в лес? Вот, смотри, мы их подождали, открыли багажник, поехали. Да. Чтобы нас
не особо. Надо будет в следующий раз рэп получше подготовить. У нас одно колесо осталось из четырех. Одно. Это заметьте, ее можно отличить от обычной, потому что там сиденье РС. Да. Поэтому. И значок РС, да, на решетке. Смотрите, ребята, машина полноприводная. Да. И поэтому она. А все, нет вообще покрышек. Нет покрышек, ну ты посмотри, как она разгоняется. Не каждая машина так поедет. Ей уже просто хана скоро. Уходи налево, право, удар! О, улетел полицейский с моста. Ребята, смотри, машина нет, радиатор торчит. На наш любимый трамплин сейчас мы поедем. Опа! Опа! Давай, 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 давай! Вот здесь сейчас будет прыжок! Полиция за нами, обрати внимание, они должны нас догнать! Давай! Яндекс.Такси! Не садитесь в такую машину! Сел уже! Ой-ой-ой-ой-ой! Такого не было давно, чтобы, да? Еще и упал! Посмотри, живой! Ладно, поехали дальше. Колеса уже все лопнули. Просто на диск едем, и она едет. Одна из самых крепких тоже машин. Можно быть топ-10 записать. Ну, еще и быстро, да, едет. Быстро едет на катках на таких. Да, ребята. С открытым багажником. Это вам РС от Игорюшиной игрушек. Даже багажник не отвалился, смотри. Вот. О, ну, теперь... поехали уже спецназ, да? Ну, кто за нами? Давай. Опа. На дерево. На дерево. А этого разорвало, и он вниз ушел. А мы на дереве, мы на пальме, ребята. На пальме. Вообще, давай, смотри, есть. Колесо крутится на пальме, нам ничего не сделать. Смотри, что происходит. Все. Все-таки машина не выдержала, ребята. Не выдержала. Ну, давай, сматывайся оттуда. О, как на лифте, да? Сматывай и воду, да. Как на лифте, ребята. Ну, посмотрите, что происходит. Я думаю, что это все, пора сматываться. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюшина Игрушки. Это будет выходить на мой Инстаграм, Дзен и, конечно же, Рутюб. До новых выпусков!